Здравствуйте! В эфире программа «Интервью дня». Пришла осень, а это значит, что не за горами сезон ОРВИ и гриппа. О том, как защитить себя и своих близких, мы поговорим сегодня с Валерием Владимировичем Шевченко, главным инфекционистом Алтайского края. Здравствуйте, Валерий Владимирович. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Спасибо, Итак, что пригласили. Давайте начнем сначала. Вот пришла осень. Когда вообще начинается этап эпидемии ОРВИ и гриппа в нашем регионе чаще всего? Традиционно, как это сложилось за последние несколько лет, первый эпизод подъема заболеваемости приходится на вторую половину сентября, начало октября. Это связано в основном с тем, что формируются организованные коллективы. Как правило, уровень подъема заболеваемости ОРВИ в этот период невысок, но основной все-таки удар ОРВИ и гриппа на популяцию в Алтайском крае в среднем приходится на конец года. Это декабрь, либо начало следующего года, январь-февраль. Угу. То есть, получается, у нас осень, люди начинают собираться, ну, многие выходят с отпусков, идут в школу, да, начинается массовое скопление людей, это в том числе повышает уровень заболеваемости. Ну, а к зиме уже люди замерзли, иммунитет устал, соответственно, он допускает заражение. Какие сегодня, на сегодняшний день самые эффективные способы профилактики ОРВИ и гриппа в регионе с точки зрения как традиционной медицины, да, мы говорим про вакцинацию, но и с точки зрения вообще правил безопасности, как себя вести? Может быть, вы обратили внимание, когда мы характеризуем вот этот неспокойный период в нашей жизни, мы говорим так, заболеваемость ОРВИ и гриппом, выделяя грипп особой строкой, придавая ему наибольшее значение, наибольшее внимание, потому что именно он несет в себе наибольшие риски и тяжелого течения, и осложненного течения. Ну и, соответственно, за этим тянутся все последствия, связанные с затянувшимся периодом нетрудоспособности, необходимой траты на лекарственное обеспечение и так далее, и так далее. Вот если говорить о гриппе, как, наверное, о главной точке внимания, да, в данный момент, в преддверии сезона, то, конечно, на первом месте это иммунизация. Это введение вакцины против гриппа. Если говорить о других вариантах ОРВИ, то здесь мы вспоминаем, конечно, все те неспецифические методы профилактики, которые, ну, безусловно, включают в себя и компоненты того, с чем мы живем уже последний, наверное, год, связанные с историей пандемии COVID-19. Это и дистанцирование, это использование масок, в том числе и одежда по погоде, и прием в пищу тех продуктов, которые потенциально в себе содержат наибольшее количество витаминов, помогающие нашей иммунной системе справляться с вирусными агентами. Ну и как вариант в том числе, но обязательно после консультации медицинского работника, это профилактический прием лекарственных препаратов, которые несут в себе шанс неспецифической защиты, но тем не менее повышают вот, общий иммунитет человека. Ну, общий, ну, так скажем, уровень невосприимчивости к этим болезням. Вы сказали, что самое эффективное – это все-таки иммунизация от гриппа, да, это прививки, которые начинают ставить у нас в Алтайском крае каждый год. Когда начинается прививочная кампания, сколько вакцин в регион поставлено, какое количество людей планируем привить в этом году? Прививочная кампания, она уже началась. Она началась 21 августа, расчетный период ее действия до 30 октября. То есть, по большому счету, у нас с вами у всех вместе 10 недель для того, чтобы сформировать надежную иммунную прослойку против гриппа. Что касается плановых цифр, эта цифра на текущее время составляет порядка 1 222 000 доз вакцины, ну и, соответственно, количество привитого населения, которое в этом году должно составить не менее 52%. Эта цифра из года в год подрастает, и это правильно, потому что мы и на практике ежегодно убеждаемся, что смысл в иммунизации есть. Однозначно есть, и по классике эпидемиологии, если большое количество населения, в частности, порядка 90-95% привито против определенной инфекции. Но в данном случае мы говорим про инфекционную болезнь, возбудитель которой передается воздушно-капельным путем. Вот тогда вообще уходит необходимость обсуждать
какие-то значимые вспышки или эпидемии, тем более пандемии. То есть, чем больше население привито, тем меньше шанс, что в целом будет какая-то пандемия или вспышка заболеваемости в отдельно взятом регионе. И в нашей стране из года в год мы к этому стремимся. Я человек, который никогда не прививался от гриппа, даже в школе, когда предлагали, по одной простой причине, страшный трус, боюсь вот этих уколов, по-моему, в подлопатку ставится, да, он. Но, тем не менее, есть еще другие теории и слухи, когда люди жалуются, говорят, вот, никогда не болел, поставил прививку от гриппа, сразу заболел. Многие боятся ставить прививки своим детям. Вот сегодня существуют ли противопоказания для населения, которым исключительно нельзя ставить, в том числе вакцину от гриппа, и как вот бороться с этими слухами и легендами, которые ходят? Противопоказания существуют, и они четко изложены в инструкции к вакцинам. Мы сейчас, если чуть пошире говорим о вакцинах не только против гриппа, а против других, так скажем, управляемых инфекционных болезней, то, конечно, существуют определенные правила, которые позволяют минимизировать возможные какие-то негативные проявления после введения вакцинации. Они включают в себя обязательный осмотр медицинским работником перед введением той или иной вакцины. И, соответственно, медицинский работник, понимая, что за человек перед ним, оценивает возможные риски. Он подготовлен, он знает, какие существуют противопоказания для введения конкретной вакцины. И если у человека, у пациента в данном случае имеются эти факторы риска, они, конечно, позволяют медицинскому работнику уверенно, спокойно сказать, что вот в этом случае иммунизация вам не показана, потому что, да, существуют определенные риски. Но надо сказать, что вот так, если, как это говорится в народе, да, несколько преувеличены все-таки последствия. Понимание вот тех возможных последствий. То, о чем вы говорите, поставил прививку и из-за нее заболел, но практически невозможно, если мы говорим про грипп, потому что в вакцину против гриппа входит лишь часть компонента вируса, которая сама по себе не способна вызвать болезнь. Сейчас используются вакцины, ну, вот именно такого состава, не живые в отношении гриппа, в большинстве своем. И вот в данный момент в Алтайском крае именно тот вариант вакцины, который сам по себе не способен вызвать болезнь. То есть, так или иначе же, эта вакцина вмешивается в иммунную систему организма. А не способна ли она ей навредить? Вот давайте ответим на этот главный вопрос для наших жителей Алтайского края. Давайте ответим, потому что это действительно очень важный вопрос. И вот такие размышления, они порой наводят на мысль, а вообще нужна ли вакцинация, да? Если я имею хоть какой-то риск получить нежелательные проявления. Но вот чтобы точнее понимать сложившуюся ситуацию, нужно вернуться к истории. И если оценить то, как жило население Российской Федерации несколько десятилетий назад, когда не было в руках у медицинского сообщества, у здравоохранения вакцин, и посмотреть, какие жертвы инфекционные болезни наносили популяции, в том числе и в детском контингенте, когда умирали тысячами, десятками тысяч детей от кори, от полиомиелита и так далее, и так далее. Вот сейчас мы живем в такое, ну, относительно спокойное время, когда вот те все ужасы и страхи, которые были связаны с инфекционными болезнями, они несколько притупились. Уже сменилось поколение, уже вот те молодые активные родители, которые не видели всего того, чего может нанести инфекционная болезнь для вот собственных детей, ну, так скажем, не напуганы этим. Да? Эту информацию они не получили от своих родителей, потому что они уже жили в период достаточного благополучия эпидемиологического. И сейчас какие-то малейшие нежелательные проявления, связанные с вакцинацией, настолько широко раздуваются, они не исключены, они описаны. Все к этому готовы, но это может быть один случай из нескольких тысяч. Который очень мало редко, процентов. Очень редко, и он не несет в себе риска нарушения здоровья. Но то благо, которое идет за иммунизацией популяционно, оно, безусловно, перекрывает эти возможные недочеты. Последний, самый важный вопрос. А вакцина от гриппа дает стопроцентную защиту или нет? Стопроцентно работающего препарата из вот ряда вакцин, ну, пока не придумали, знаете, надежно, чтобы у каждого на 100%. Мы в любом случае, когда говорим об иммунизации населения, мы переводим цифры на популяционный уровень. На популяционном уровне то качество вакцины, которое мы сейчас имеем в руках и которое используем уже много лет, но оно обеспечивает достаточно хорошую прослойку среди привитых. Вот об этом можно даже не спорить и, что называется, не гадать. Нужно принять это как факт.
И если ты находишься в группе риска, ты должен быть привит. И ты это поможет обезопасить себя и своих близких. И окружающих, безусловно. Мы говорим о том, что мы берем ответственность на себя и за здоровье своих близких в том числе. Спасибо большое, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. На этом у меня все. Смотрите телеканал Катунь24 и всего вам доброго.